В аудиошколе диджея Грува работают самые настоящие профессионалы. Уже на первом практическом занятии я научилась сведению треков. Посмотрим, что же будет дальше. Мечтаете стать профессиональным диджеем или электронным композитором? А может, хотите заниматься творчеством для себя? Добро пожаловать в аудиошколу диджей Грува. В честь своего десятилетия школа провела розыгрыш сертификата на индивидуальное обучение у неподражаемого диджея, имеющего за спиной 20-летний стаж успешных выступлений и создающего самые красочные световые лазерные шоу для масштабных мероприятий страны. Индивидуальное обучение диджеингу у Виктора Строганова. Поздравляем тебя! Спасибо, я счастлива. Это еще не все подарки. Компания Pioneer Digi дарит тебе студийные наушники. Ура! Я всю жизнь мечтала, конечно, постоять за пультом, попробовать организовать настоящую вечеринку, где я буду в центре всего и задавать ритм, атмосферу всей тусовки. И я уже даже пыталась как-то сама учиться, и даже несколько раз поиграла в Амстердаме, но понятно, что нужно какие-то более профессиональные вещи, лучше им учиться у профессионалов. Аудиошкола диджей Грува – это первая и единственная в России школа электронной музыки, имеющая государственную лицензию дополнительного образования взрослых и детей. Пройдя курсы элементарной теории музыки, любой желающий может выбрать для себя направление, в котором захочет получать знания и развиваться. В музыкально-электронном бизнесе мы новаторы. За нашей спиной нет такой огромной многолетней многовековой школы, как у театральной или у хореографической школы. Наша школа одна единственная в мире, такая огромная, 360 квадратных метров, 11 классов с самым современным техническим оснащением. И наша школа является единственной в России, которая имеет лицензию на ведение образовательной деятельности. Первый курс, потом далее идет диджеинг, второй курс, это уже так сказать, стадия про. Там всевозможные эффекты, лупы всякие, ход кью, работа с частотами. Все это уже более углубленно идет, проходит. И, естественно, каждый курс заканчивается экзаменом. Огромное количество наших учеников уже после второго курса, они уже могут выступать в клубах. Аудиошкола диджей Грува – это 7 отдельных классов для индивидуальных тренировок по диджеингу, 5 классов для проведения занятий с группами, практика в престижных заведениях Москвы. У нас проходят открытые экзамены, как по отделению создания музыки, так и по диджеингу. И на открытые экзамены приходят около 80 человек гостей. Почему экзамены открыты? Потому что нам нечего скрывать. Я считаю, что если клиент платит деньги, он должен получить навык, а не просто прослушать курс. У нас не один курс, а целый комплекс курсов, который ведет к полноценной профессии. Мы готовим профессионалов, высший пилотаж. У меня, еще раз говорю, самое максимальное жесткое обучение. Никаких поблажек, все очень строго. Девочка, мальчик, мне все равно. Я должен выпустить профессионала, чтобы человек, если где-то он отыграет, и у него кто-то спросит, а ты где учился? Вот меня Витя Строганов учил, чтобы я не краснел. Приходите осуществить свою мечту, получить позитивнейшие эмоции здесь и кусочек счастья получить.